Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алекс Киндер Тойс. Сегодня у нас обзор новых шоколадных яиц Magic Egg от Confit Raid, которые очень похожи на Гарри Поттера. Откроем палетку и узнаем, так ли это. Ставь лайк и поехали. На обложках этих яиц вылитый Гарри Поттер. Шрам скрывает под челочкой. А рядом с ним, конечно же, Добби. Похож один в один. На другой стороне Рон Уизли с волшебной палочкой. Или это метла у него? Откроем, узнаем. Змея, скорее всего, Нагайна. Любимые магнитики. Эта коллекция магнитиков точно по Гарри Поттеру. Персонажей легендарной саги легко узнать, хоть некоторых из них слегка поменяли. Гарри Поттер подмигивает нам, правда без очков. Это, скорее всего, Гермиона, правда цвет волос не тот. Рон Уизли, сова Букля. Это Добби, Минерва МакГонагалл, Волан-де-Морт и Дамблдор. Всего 8 магнитиков, все они собираются в один большой. И первый магнитик с эльфом Добби, который служил семейству Малфоев, но потом он стал свободным. Добби свободен. Здесь он немного попухлее будет. Это, наверное, потому, что хорошо питается. Вот смотрите, какой он себе котел еды на ужин готовит. А может быть и колдует. Кто его знает, чем он там занимается в свободное время. Картинка переливается. В принципе, по цветам магнитик выглядит красиво. А это профессор Альбус Дамблдор, директор Хогвартса. И он сильнейший волшебник своего времени. Еще бы, кабы кого директором не назначат. В руках у него волшебная палочка. Взгляд хмурый и серьезный, как и полагается директору. И есть надпись Magic, магия. Такая надпись ему точно подходит. Попался первый герой из Золотой Троицы – Рон Уизли. В руке у него волшебная палочка, которая больше похожа на меч. Ему еще щита не хватает. На шее шарфик факультета Гриффиндор. Рон Уизли на себя очень похож. Вокруг него звездочки. Пока идем хорошо, без повторок. Надеюсь, соберем всю коллекцию. Минерва МакГонагалл, декан Гриффиндора и преподаватель трансфигурации. Выглядит очень похоже, вот только у нее очки поменьше были, и костюмчик не такой яркий. Судя по всему, она сходила в магическую лавку и накупила там различных ништяков. Сейчас придет домой и будет что-нибудь колдовать. Надписей на пузырьках не видно, непонятно, что это такое. Здесь как будто вообще воздух, а тут что-то темное. А вот и главный герой, Гарри Поттер, подмигивает нам. Правда, у него отсутствуют очки и шрама не видно, но мы-то точно знаем, что это он. Шарф Гриффиндора, а в руке волшебная палочка-меч. А что удобно? Если у вас не получится сколдовать какое-нибудь заклятие, можно всегда этой палкой стукнуть соперника по голове. Два в одном. Над Гарри Поттером надпись «Believe» – «Верить». Почему-то он на странном апельсиновом фоне. Главный злодей Поттерианы – темный маг лорд Волан-де-Морт. Он получился очень похожим. Лысый и хмурым взглядом, но и в руке у него волшебная палочка. Он-то ей точно стукнет по голове, не задумается. Фон у него соответствующий – паутина с пауками.
и какое-то все зеленое, как будто на болоте сидит. Надпись World. Наверное, хочет захватить весь мир, ведь это его главная мечта. Ну еще Гарри Поттера прихлопнуть. Осталось найти два магнитика. Теперь золотое трио полностью собрано. Это Гермиона Грейнджер, подруга Гарри Поттера и Рона Уизли. Только вот она немного изменила себя, зачем-то стащила очки у Гарри Поттера и волосы перекрасила. Новый стиль? Волшебная палочка, как и у других персонажей, огромная. И еще у нее есть какой-то пузырек, скорее всего с каким-то зельем. Думаю, потом у кого-то будут проблемы из-за этого пузырька. Над головой надпись Miracle – чудо. Осталось поймать сову. Букля – полярная сова Гарри Поттера. Похоже, тоже решила поучиться в Хогвартсе. Сидит и читает книжку. В крыле держит перо и делает пометки в книге. Букле хорошо, у нее ведь неиссякаемый источник письменных принадлежностей. Перьев хватает. Серьезная такая. Остальные яйца открою в другой раз. Собирается все это в прикольный большой магнит. Теперь можно прочитать большую надпись «Believe Miracle Magic World» – «Верить в чудеса магического мира». Магниты – это, конечно, хорошо, но фигурки были бы в разы лучше и интересней, особенно по Гарри Поттеру. А что вы думаете об этих сюрпризах? Будете собирать магнит на холодильник? Напишите в комментариях. Всем пока, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки и пишите интересные комментарии, ну а я пойду попью чайку с шоколадом.